Сегодня вы увидите. Да, это я, и тебя забаню. Давай, смотри, это мой нож! Как тебе? Какой вы еще нож планируете добавить в будущих обновлениях? Кухонный нож. Кухонный нож? Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня меня один школьник позвал на дуэль, и он сказал то, что он разработчик. Ну, короче, это будет просто лютый трэш, поэтому поставьте огромный лайк прямо с начала данного видеоролика, обязательно подпишитесь на мой канал, и удачного просмотра! Стояли стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные... каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, привет, ты разработчик? Да, это я тебя забаню. Меня забанишь за что? Просто забаню. Пожалуйста, не бань меня, я сделаю все, что ты скажешь. Что мне надо сделать, дабы ты меня не забанил? Покажи свой нож. Готов? Да, я готов. Давай, смотри, это мой нож. Как тебе? Все, мы играем, короче, все. Че, я играем? Тебе выиграю. Дуэльные скины я играем? Я тебя забаню. А. Да. Ну давай, первый раунд. Ой, все. Все, первый раунд ты проиграл. Это нечестно. Ладно, давай так, смотри. Сейчас мы сравняем счет и потом сыграем до 8. Кто победит, тот и получает аккаунт проигравшего. Окей? Да, я согласен. Получается, если я выиграю, я получу аккаунт самого разработчика? Да. Ого. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Подожди, если ты разработчик... Да, убивай меня, давай, сравняем счет. Если ты разработчик... Такой вопрос. Если ты разработчик, то какого лешего тебе нужен мой аккаунт? Я собираюсь подарить этот аккаунт моему братику на день рождения. А, подожди, а что ты мне можешь просто прописать крутые скины? Мне не разрешают. А, не разрешает. Ну ладно, все, давай играем. Только боетемка, играем до 8. Давай, поехали. Желаю вам удачи, великий разработчик. Только знаете что? Спасибо, вот... что? Ой, вы умерли. 2-1. У меня залагало. Блин, я тебя забаню. Да не надо никого банить. Давайте как-то будем более цивилизованными и спокойными. Ведемся, давайте, более спокойно и адекватно. 2-1, я выигрываю, пока что все как надо, все как положено. Папка Илья выигрывает. Играем дальше. Только подождите, а вы точно разработчик? Да, я же тебе уже сказал. Подождите, а давайте так, а вы можете поклясться туалетной бумагой, то что вы точно разработчик? Я клянусь туалетной бумагой, то что я реальный разработчик. А, ну ладно, все, тогда вопросы отпали. Если вы поклялись на туалетной бумаге, вы точно врать не можете. Да, я никогда никому не вру. Ну, это хорошо. Меня мама учила никому не врать. Ё-моё. Есть! Я же говорю, я тахер. Ну смотри, добавят зомби-режимы, короче. Зомби-режимы? Еще... Офигеть. Да. Что еще добавят? И боулинг. Боулинг? И еще, да, еще должны создать, ну, типа, кошки против мышек, такие херни. Ой, какие кошки против мышек? Разработчик, вы по чем? Ну, ты такой тупой. Ну, смотри, там, смотри, террористы убегают, там, КТ бегают за ним, ну ты понял? Да, я понял. Не надо, только не бан, я понял, все. Кошки, мышки, да, хороший режим, я буду сам в него играть, это будет мой любимый режим. А что еще планируется добавить? Да вроде бы все. И все? Ой. Да. Ты опять умер. 4-2. Да ты везунчик. Слушай. Смотри, видишь? У меня пинг большой. А, ну может быть. Слушай, у меня такой к тебе вопрос. А почему написано «Розработик»? Ну мне кажется, тут парочка ошибок. Нет, ты просто неграмотный. А, я неграмотный. А, ну окей, я понял. Так, ну что, играем дальше. 4-2 счет, я выигрываю. Ого, 4-3. Ничего себе, фига себе. Фига себе, ты жесткий. Я нубас. Да, ты нубас. Да, я помню, конечно, я нубас, а ты про, правильно? Да.
Слушай, я вот думаю, а может, вот можно предложить такое небольшое предложение? Какое? Вы же все-таки разработчик, да? Давайте все-таки добавим медаль нуба. Можно такое обновление сделать? Нет! Почему? Медаль нуба, и как раз ты ее сам и наденешь. Ты что, офигел или что? Ты даун! Ну так зачем она нужна? Ну как раз... Игру играют одни профессионалы. Профессионалы такие, как ты, да? 6-3, да. Ты проигрываешь. Наверное, у разработчика очень плохой интернет, да? Да, я живу далеко, в Австралии. А, в Австралии? Фига да. себе. Я понял, там рядом с кенгуру, да? Нет, дебил! Ого, фига себе, 6-4. Слушай, а вот если ты разработчик, почему ты такой злой? Вот такой вопрос. Разве разработчик такой злой? Ну, камон. Ой, а че ты... Че ты с бомбой сидел? Мне просто не заплатили за то, что я кое-что делал, но тебе нельзя это знать. Не заплатили? Секретная информация. Да. Какой вы еще нож планируете добавить в будущих обновлениях? Кухонный нож. Кухонный нож? Да, потому что еще ферма планируется. Ой, ферма? Я тебе не то сказал. Все, я выиграл. Да как? 8-4. Нет, все. Мне просто повезло. Так, подождите, разработчик, все, вы только что проиграли ваш аккаунт. Вы готовы отдать свой аккаунт мне? Вы же проиграли все-таки? Нет. Почему? Потому что ты даун. Все, давай. В смысле? Блин, я просто в шоке с таких школьников. Короче, ребят, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если вам понравился данный забавный школьник, потому что это ор выше гор. Ну что же, с вами был Кентуха, всем удачи и всем пока. Пока-пока.